Sebuah rekaman di Telegram baru-baru ini ramai dibicarakan warganet. Pasalnya dalam video tersebut merekam aksi salah seorang pejuang OBTF Kaskat dengan tanda panggil Gipsy yang seorang diri beroperasi dan melawan angkatan bersenjata Ukraina. Ini adalah kasus ketika tim penyerang hanya memiliki satu kesempatan untuk bertahan hidup, untuk bergerak maju dan mengambil posisi musuh dan dapat berlindung dari tembakan mortir. Pada hari itu diceritakan Gipsy, Kaskat menyerang beberapa opornik sekaligus di ladang di barat daya Ukledar. Pertempuran dimulai pada pagi hari dan berlanjut sepanjang hari. Gipsy yang awalnya bukan bagian dari kelompok penyerang dikirim ke medan pertempuran. Melihat bahwa pejuang lainnya alami kelelahan, tanpa ragu ia memutuskan untuk menyerang sendirian. Dia melompat ke parit, menghancurkan komandan yang menjadi sandaran seluruh pertahanan, dan membawa sisanya sebagai tawanan seperti yang terlihat dalam rekaman. Perawakannya yang kecil namun karismatik dan bersemangat mengantarkan prajurit tersebut pada sebuah pengakuan negara. 16 наших было. Никто вот этот опорник даже не смог из этих. Ну я просто понял, что до утра, короче, там никто просто не доживёт. Ну это честно. Я просто понял, сейчас если рассвет, ну короче, там будет всем крышка. У нас и так ночью тогда посыпали и гранатомёты, и танк работал по нам, а пацаны все наверху, как мы сейчас стоим, вот. И вот от тебя падает, то есть миномёты вот бьют от тебя 5 метров, 6 метров, 7 метров. И через каждые 5-6 минут у тебя 300-й. Ну, то есть если мы сейчас не возьмём этот опорник, мы там ляжем все. Люди просто были уставшие, они и так, они с самого утра штурмовали. У меня как бы ещё бодрячок был хоть какой-то. Может, возможно, из-за этого, я не знаю, но... Мне кажется, на моем месте просто каждый так поступил. Надо было просто спасти пацанов, и свою жизнь спасти, и пацанов жизнь спасти. Там вот такой опорник, он идет, как, знаете, как буква «С», только такой вот метров, наверное, от края до края, ну где-то метров 150 он идет. И он идет чуть-чуть с завиленными, с комнатками, короче. Заскакиваю вот в опорник, тупо вот прям опорник, идет первая комнатка, вторая комнатка. Я смотрю, что он сидит с этой стороны, просто тупо с этой стороны. Я смотрю, что он с пулемета гасит отсюда. Ну что мне пришлось? Я же говорю, я зашел сразу, кинул гранату ему. Он, получается, отсюда ломится, в другую сторону от гранаты текает. Я жду, пока граната просто взрывается. Захожу в эту сторону уже и тупо вот так вот наскосяк через угол начинаю уже работать. Ну, отработал. Че, я только заметил, что шторка открылась, он тупо упал с гранатой вот так в руках. Он, видимо, хотел либо кинуть гранату, наверное, у меня, и он просто не успел. Он просто так вот лег уже на эту гранату, упал, я смотрю, ну все, уже 200. Ну, они просто держались чисто из-за него. Он просто такой, ну, знаете, как говорится, мужик. Ну, мужик именно был такой крепкий, который до последнего держался, ну, вообще именно. Насчет этого, ну, ему надо отдать должное, знаете, уважение, как хоть он и враг, там, ну, почетное, да. Насчет этого у него дух был. Держался очень долго человек. Уже ты понял, когда я уже понял, что все, пацаны все уже в укрепе, уже все в укрытии. И когда меня это все попустило, начали попустки это отходить, меня начало уже трусить, как бы нервы, я не знаю, что уже тошнить, рыгать там, ну и все вот это. Плюс еще контузии, мантузии. И... Короче, словами это не передашь. Вот, наградили меня за мужество. Честно, ну, руки жали, уважают. Сейчас вот у нас тут на поселке... Очень много людей, которые уважают. Подарки делали дорогие. Даже машину подарили мне, серьезно. Да, мне машину подарили. Деньги дарили там. Ну, уважения очень много. А? Даже Гуля там подарили старенького. Ну, катается, да и катается. И спасибо пацанам. Это пацаны скинулись? Ну, как, да. Ну, не то, что скинулись, она у них стояла. Я зашел к ним в гости как-то. И они говорят, короче, братан, говорит, для тебя, говорит, забирай, катайся. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oh.